Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Потереть профессора на удачу. У Рязанского политеха появился новый гриб. В нужном месте на территории торгового городка открылся новый офис МФЦ. От очистителя до шуруповерта. В день строителя рязанцам дарили подарки. Очередной скульптурный гриб появился в Рязани. Бронзовые персонажи от Полины и Василия Горбуновых давно полюбились горожанам. Например, этим летом возле гостиницы «Амакс» вырос гриб-путешественник. Седьмой по счету счастливый гриб установили сегодня. Место для грибных профессора и студентов выбрали соответствующее возле Политехнического университета. Кстати, как и другие бронзовые грибные персонажи, эти ребята приносят удачу. Студентам рекомендовано потереть профессора, и после этого сдавать зачет или экзамен не составит труда. Родилась композиция уже давно, и вот воплощенная в жизнь красуется рядом с Лыбецким бульваром. Довольно давно ждет своего часа установки. Наконец определились вот все-таки с местом. Место, на наш взгляд, удачное, хорошее. Уютное. Получилось в итоге, смотрится довольно органично. Надеемся, что он впишется в общую концепцию всей этой идеи. Хорошо. Персонажи узнаваемы далеко за пределами города. Расширение галереи рязанских грибных скульптур стало возможным благодаря федеральному гранту на внедрение туристического кода. Специально подбирали камень, было много вариантов. Вот этот такой разноцветный, при полировке выявилось очень много интересных там деталей. Если сверху смотреть, можно представить, что это карта, там реки, озера, леса. Как будто из Google карта, так сказать, вот такими пятнами локальными, очень интересный эффект. Никто этого не предвидел, когда брали, а какие-то искры, какие-то серебристые, коричневые включения. Можно фантазировать. О том, что у нас в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят, давно известно по всей стране. У пословицы интересная история. По легенде, в 14 веке ордынцы регулярно совершали набеги на Москву, подвергалось нападению Орды и Рязанское княжество. Лесная первобытная местность, богатая грибами, сама способствовала распознаванию врага. Княжеские пограничные стражи могли вычислять, что по лесным тропам пробирался чужак. Срезанный, сбитый, растоптанный гриб становился зрячим. Он сообщал бдительной разведке об опасности, о незаконном вторжении противника. В память о народной смекалке, мудрости наших предков и боевом духе рязанцев и зародился проект. Кстати, до конца года в городе появится еще 4 грибочка. А вот где и какие именно, пока интересно. В торговом городке открыли очередное региональное отделение МФЦ. Здесь рязанцы смогут получить весь спектр муниципальных услуг, связанных с подачей, выдачей и регистрацией документов. О том, в каком режиме будет работать учреждение и с какими вопросами здесь могут помочь, далее в сюжете. Зарегистрировать брак или рождение ребенка, оформить социальные выплаты, обжаловать штрафы ГИБДД, а также вступить в наследство. Вот неполный перечень услуг, которые можно получить в едином месте. Чаще всего приходят услуги – это регистрация по месту жительства, месту пребывания, миграционный учет, а также госуслуги, потому что госуслуги приняли на себя большую часть услуг, которые можно сделать, получить в окне. Новый многофункциональный центр, можно сказать, дополняет реконструкцию торгового городка. В 10 окнах вы получите более 400 услуг. Насладиться архитектурой уникального пространства в самом центре Рязани и решить вопросы с оформлением документов. Такое вот сочетание приятного с полезным жители областного центра и его гости восприняли позитивно. Очень удобно. Мы приехали с района. Здесь много окон. Девочки сразу без очереди. Кстати, мы взяли талончик, так как я являюсь женой мобилизованной. И очень все девчонки правильно объяснили, подсказали, помогли, спасибо. Никаких длинных очередей и кип непонятных для заявителя бумаг. Здесь обслуживание клиентов происходит по талону, который можно получить в терминале регистрации. Первый МФЦ в Рязани появился в сентябре 2010 года. Сейчас подобных полноценных офисов с широким спектром услуг в Рязани уже 11. В результате реконструкции торгового городка у нас появилась достаточно уникальная площадка, которая в себе содержит такие преимущества, как близость к
автовокзалу, близость, в принципе, к жилым домам, которые активно сейчас строятся. И, соответственно, было принято решение, что мы здесь нужны. Этот офис пока работает с 9 утра и до 8 вечера с понедельника по субботу. В перспективе МФЦ будет работать дольше, если это потребуется. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В день строителей рязанцам дарили подарки. Компания «Стройка» уже 5-й год привлекает жителей города атмосферой праздника к своим акциям. Главный из которых – розыгрыш призов среди покупателей. Несмотря на дождь, площадка была буквально забита до отказа. Праздничный розыгрыш подарков в день строителя для компании «Стройка» стал уже хорошей традицией. В прошлом году в розыгрыше приняли участие около 2500 рязанцев, которые пришли и зарегистрировали свои купоны в день розыгрыша. В этот раз организаторы прогнозировали увеличение числа участников, так как количество розданных купонов увеличилось на 25%. Часть партнеров компании расположилась по обе стороны от трибуны, практически в каждом для клиентов устраивали собственные батлы. Кто быстрее остальных крутит саморез, отпилит ножовкой брусок или вообще заставит замолчать шлифовальную машину. Сломать ее, к слову, так никому и не удалось. Людей с купонами тем временем становилось все больше. В какой-то момент у стойки регистрации даже появилась очередь. Для участия в акции необходимо было купить любого товара на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. Мы начали эту историю приблизительно лет 5 назад, и она идет нарастающим итогом. Первый розыгрыш у нас был достаточно маленький, компактный. Количество участников было порядка там, человек 200, и фонд подарков был порядка там, 100 тысяч рублей. Сейчас у нас фонд подарков 500 000, вот, и количество участников с каждым годом растет и растет. В одном из конкурсов предлагалось забить гвоздь с одного удара, но попасть с размаху получалось далеко не у всех. Впрочем, по опыту прошлых лет, это не такая уж и сложная задача. В один раз вот человек прям полностью забил, но он всю жизнь плотником был, прям с одного раза его забил. Остальные как бы, кто на середину, кто вообще не попадал. Вот очень интересно. Если забивает, то что они такой приз получают? Косильная головка с леской. Есть, отлично! Два за у. Асчет. Еще раз. Асчет. Асчет. Асчет, вы готовы? Да. Раз, два, три. Есть, Ашот! Отлично! Призы за победу были весьма ценные. Аккумуляторный шуруповерт, болгарка, но все же главный розыгрыш был впереди. Все подарки выставили в одном месте. Здесь было много необходимых вещей. От наборов с бытовой химией и средств по уходу за автомобилем до бензопил, триммеров и дрелей. А еще наборы инструментов, раскладные столы, дачная мебель, шуруповерты, пауэрбанки и денежные сертификаты номиналом до 5000 рублей. Кто и сколько подарков получит, решала фортуна. Ее роль взяла на себя бетономешалка. Набор автомобильной химии. Там у нас полироли, там у нас, значит, какие-то тряпочки, какие-то смазочки. Вот. Ну, для автолюбителя будет максимально полезно. Всего в перечне подарков значилось 302 пункта. Рязанцы радовались любому выигрышу. Многие приняли участие в акции компании «Стройка» впервые. Получили. Ну, вот уже отнесли в машину. Ну, я так поняла, что что-то для моющее, чистящее для автомобиля. Просто покупал кирпич дома обкладывать. Сказали, возьмите купоны, возможно, выиграете. Что у вас? Удобрения. Удобрения. Они вам пригодятся? А вон, у меня агроном, там дача, и все, все посадим, все удобрение. Розыгрыш подарков – отличительная особенность компании «Стройка». Это тот самый случай, когда приятное сочетается с полезным. И праздники для рязанцев, которые в «Стройке» устраивают регулярно, этот тезис только подтверждают. Торговый центр «Стройка» дважды в год проводит подобные мероприятия, а следующее уже ждет вас к Новому году. Рязанцы и гости областного центра теперь могут путешествовать во времени. В прямом смысле. Ресторан «Кухмистерская хлебная площадь» приглашает на интерактивные VR-экскурсии по центральной площади города. Пролететь над старым городом и прогуляться по главной площади дореволюционной Рязани. Все это экскурсия с дополненной реальностью, которая как машина времени перенесет вас на 200 лет назад. Только здесь вы все увидите своими глазами и немало удивитесь. Площадь предстанет в совершенно новом и незнакомом вам виде. Экскурсия по Хлебной площади – это эксклюзив для Рязани, потому что мы первые вообще в принципе в Рязани, кто разработал такой проект с очками «Историческая кухмистерская хлебная
Хлебная площадь. Много интересной информации. Экскурсия полуторачасовая, огромный пласт информации. Мы пытаемся ее даже сжимать, потому что большой слишком объем данных. Много интересных историй реальных, много фишек в виде анекдотов. Узнают, как выглядело, чем торговали, какой вообще был быт в центре Рязани того времени. Изначальное название нынешней площади Ленина – Хлебная. И именно здесь располагался главный торговый центр до 1917 года. Во время экскурсии вы не только погрузитесь в ушедшую эпоху, но и почувствуете ее ароматы. Запах свежескошенной травы, табака, дамских духов, кожи и выпечки – всего, что витало в воздухе два столетия назад. Больше всего мне понравился необычный формат изложения экскурсии. Это не скучно, не только для взрослых, но и для молодежи. Это, я думаю, что будет очень востребовано среди молодежи, в том числе среди гостей города. Интересно, ново. То есть мы ходим по знакомым местам и... Просто посмотреть по фотографии дома в интернете, конечно, можно. А тут погружаешься в обстановку. Ну, единственная задача – не врезаться в соседа, потому что хочется походить в этом пространстве. Прогулку во времени организует ресторан «Кухмистерская Хлебная площадь». Кстати, именно здесь и заканчивается экскурсия. Но даже когда гости снимают VR-очки, ощущение путешествия не пропадает. Само заведение оформлено в дореволюционном стиле, который дополнен подлинными артефактами того времени. Хлебная площадь – это первый историко-тематический ресторан нашего города. Здесь, после возвращения из прошлого, можно окунуться в Рязань кулинарную. Тут вы узнаете, что такое воспитание вкусом. Восстановленные старинные рецепты настоящей русской кухни никого не оставят равнодушными. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 14 августа православный мир празднует первый из трех существующих спасов – Медовый. У Медового спаса много названий. Его называют первым, мокрым, спасом Маковеем, лакомкой и медовым праздником. Он совпадает с началом Успенского поста. У древних славян считалось, что именно к 14 августа мед в ульях созревает до полной готовности, и его можно собирать. Спасы – это народное название трех праздников православной церкви. Считается, что название дано в честь Иисуса Христа Спасителя. Кроме этого, спас интерпретируют как спасение себя с помощью пищи, меда, яблок, хлеба. Именно поэтому медовый спас – народно-церковный праздник. О сути праздника, истории и традициях расскажет Марина Романюк. Медовый спас – первый из трех, поэтому иногда его так и называют – первый спас. Следом идут яблочный 19 августа и ореховый 29 августа. По традиции восточных славян в этот день в храмах совершается малое освящение воды, а также меда нового сбора. Благословляется его употребление в пищу. Пекут медовые пряники, блины с медом, пироги, булочки и плюшки. Первый спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно наполнены и готовы к сбору. Медовый спас называют еще мокрым спасом или спасом на воде. В церковном календаре 14 августа – праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Вера апостола Петра, вера сильное дерзновение, дерзновенная, но вера, которая стала результатом рационального рассмотрения. Ум апостола Петра стал исследовать его веру и сомневаться. И в итоге апостол Петр стал тонуть. Вопросы к нам. А какова наша вера? Есть у Медового Спаса еще одно название – Маковей. 14 августа – день памяти семи ветхозаветных мучеников Маковеев, принявших кончину в 166 году до новой эры. Семерых братьев казнил сирийский царь Антиох Епифан. Он хотел, чтобы подданные поклонялись языческим богам, но семья Маковеев отказалась. Господь показывает нам многократно силу веры. В истории христианской церкви самые потрясающие примеры это примеры силы веры и силы духа, когда люди творили чудеса на основании своей веры. Веры, которая не сомневалась, которая не рассуждала, веры крепкой, веры сильной.
Народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени. Считается, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его обязательно нужно добавлять в пищу. Но главным символом праздника остается мед. Рязанская земля богата медоносами, потому и выбрать можно мед с любым вкусом. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.